Здравствуйте! Вы в гостях у Довны. Сегодня будем готовить шоколадный супервлажный торт. Сначала приготовим шоколадный бисквит на кипятке. Нам понадобятся следующие продукты. Сначала смешаем все сухие ингредиенты. В муку добавляем соль, соду. Добавим сахар. И какао. В отдельную миску разобьем яйца, добавим ванилин добавим кефир и растительное масло. Теперь нужно смешать все ингредиенты вместе. Я делаю это с помощью миксера. Теперь добавим кипяток. Все слегка перемешать. И разливаем подготовленные формы. Я выпекала при температуре 155 градусов 1 час. Готовность нужно проверять деревянной палочкой. Остывшие бисквиты я разрезала на две части. Для крема сливочное масло взбиваем, добавляем сахарную пудру, добавим крем маскарпоне и ложку шоколадной пасты. Все перемешать. Теперь собираем торт. Получился вот такой нежный, влажный, супер шоколадный торт. А я вам желаю приятного аппетита и до новых встреч!